В Санкт-Петербурге начался международный экономический форум. Активное участие в его работе принимает делегация Московской области. Регион планирует подписать на форуме более 30 соглашений, реализация которых предполагает создание около 18 тысяч новых рабочих мест, центра для одаренных детей и IT-колледжа в частности. Кузница кадров будет открыта в Красногорске на базе действующего учебного заведения благодаря соглашению, подписанному между правительством Подмосковья и компании «Ростелеком». Идет третий день работы приемной комиссии, реальной приемной комиссии наступающего следующего учебного года. Уже студенты дистанционно или реально, входя в приемную комиссию, подают заявление непосредственно в так называемую школу «Ростелеком». Приход социальных партнеров Ростелеком позволяет нам, и это поддержано Министерством образования, создать некую школу. Школа расположится в центре компетенции. Это подразделение Красногорского колледжа на Ильинском шоссе. Недавно отремонтированное и оборудованное здание станет местом подготовки не только студентов, но и школьников и специалистов с опытом, которые захотят продлить свое профессиональное долголетие или изменить вектор работы. После окончания центра, при сдаче демонстрационных экзаменов, они получают Skills паспорт. Это дополнительный документ, который увеличивает шансы для успешного трудоустройства. Кроме того, студенты наши могут получить 2-3 профессии родственные, освоив новые компетенции. Ростелеком берет на себя актуализацию программы подготовки и переподготовки, экспертизу учебных материалов и техники для обучения по 5 компетенциям. Мы фактически разбиваемся на 5 команд вместе с Ростелеком. И за каждой специальностью команда, мастерская и 5-7 человек спецов Ростелекома в области программирования, в области дизайна, в области независимой оценки качества, участия в подготовке, переподготовке кадров. Среди направлений работы – IT-решения для бизнеса, программирование, веб-дизайн, уточняют в Красногорском колледже. Соглашение о сотрудничестве – это часть мероприятий по модернизации системы профессионального образования и подготовки кадров в Подмосковье.